Новый этап и новая ответственность. Ненецкий краеведческий музей подписал соглашение о сотрудничестве с Фондом дикой природы. Вместе с партнерскими отношениями Ненецкий округ получает возможность выйти на качественно новый уровень и представлять свои проекты уже на всероссийском уровне. Партнерские отношения между Фондом дикой природы и Ненецким краеведческим музеем, да и в целом с округом, установились еще в 2006 году. Именно тогда состоялась церемония подписания соглашения между Ненецким округом и Всемирным фондом дикой природы России о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. По словам директора Баренцево-Морского отделения Олега Суткайсис, подписание данного соглашения в преддверии года экологии открывает перед Ненецким округом и Ненецким краеведческим музеем, в частности, совершенно новые возможности. Данное соглашение для нас – это некая формализация наших отношений, которые уже развиваются на протяжении более 10 лет. Просто мы работали от времени к времени, от ситуации к ситуации, от какого-то мероприятия к какому-то мероприятию. Всегда, когда такие отношения формализуются, то развитие отношений они получают такой поступательный характер. То есть я надеюсь, что наше сотрудничество будет как-то более систематизировано, будет носить какой-то плановый характер. Ну и, соответственно, у нас мы будем достигать больше результатов на благо нашей общей цели сохранения природы округа. Подарком для всех гостей мероприятия стала выставка «Архипелаг», посвященная природе и истории освоения арктического архипелага «Земля Франца Иосифа», которая организована при поддержке администрации округа. Сотрудники Национального парка «Русская Арктика» из Архангельска привезли в столицу Заполярья более 200 фотографий и находок этого уникального региона. Выставка посвящена природе, истории освоения, первооткрывателям архипелага, полярникам, которые вот работают на архипелаге по сей день, пограничникам, которые также работают на рубежах Российской Арктики, и новым этапом развития Арктики, так называемой генеральной уборки Арктики. На выставке представлены 8 островов земли Франца Иосифа, всего их 192. На фотографиях запечатлено все разнообразие архипелага, от острова Нордбук с уникальной цветущей растительностью несвойственной Арктике, белых медведей и атлантических моржей, до остатков зимовий экспедиций и утилизации техногенного мусора. Заинтересовала данная экспозиция и самых молодых нарьинмарцев. Тимофей Кисляков в свои юные года уже знает, кто обитает в его родном крае и от кого их надо защищать. Белые волки, полярные медведи, бурые медведи, птицы разные. От кого их надо защищать? От браконьеров, все такое. Ранее выставка «Архипелаг» уже побывала в Архангельске и Мурманске. В планах национального парка познакомить с ней жителей всех арктических регионов России. Экспозиция будет работать в Ненецком краеведческом музее до 11 января 2017 года. Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».